Итак, друзья, всем приветик. Настала пора расковырять еще одну посылку. Я надеюсь, там будет суперумная зарядка для смартфонов. Сейчас попробуем ее разбомбить. Блин, как-то я почти неудачно попал. Еще бы чуть-чуть и повредил бы устройство. Блин, что-то поломал. Фигня вопрос. Вот такая вот у нас зарядочка. К ней кабель. Типа в подарок, только нафиг он мне не нужен. Ну и куча упаковочной бумаги. Ладно, это мы уберем. Провод, конечно же, мне нафиг не сдался. У меня Lightning. Ну, только если, знаете, себе всунуть как шнурок, чтобы можно было дергать, и дверка открывалась. Так, вот такая вот супер-пупер зарядочка, которая будет показывать, сколько амперов у нас идет потребление. Имеет беспроводную зарядку. Самое главное для меня вот это вот извращение. Сюда я свободно, без переходника, смогу втыкать любые устройства, в том числе китайские. USB-зарядка на 40 Вт. Так вот, вот так вот, вот на нее. Уйди, кака, шелестяка. Так. А мы ее извлекака, раз она понятно, шелестяка, дубль 2 вылезака, ну иди сюда-ка. И о, еще что-то выпадака, какой-то мануал, это типа можно повесить на ценник, смарт-чарджер, умная зарядка. Ну, то есть все круто. Типа, можно продавать как заводское. Заводское, правда, оно или нет, я этого не знаю. Ладно, вытаскиваем кабель. Надеюсь, что это кабель. Да. Макулатура нам, соответственно, уже не нужна. Ну и надеюсь, что тут само устройство. И надеюсь, оно цело и невредимо. Ну, что оно не маленьких размеров, я уже понял. Картинка не обманывает. И опять запаковано в целлофаку. Целлофанку раздираку. Блин, зараза, отдавака. Подцепил. Есть. Первый пошел. Так. Продолжается процесс. Единственное, что боюсь, что при втыкании в розетку может ну, короче, что-то быть не то. Так, вилку в розетку. Выключатель включаем. Так, все замерли. Все живы. Экран заработал. Ну что, первое. Проводной вариант подключения. Выковыриваем из моей зарядки провод от телефона жены и втыкаем в эту. Что мы увидим? Телефон пошел заряжаться. Сколько он нам сейчас? Опа! 1,43 ампера сразу и пошло. Ну что? Сравнить надо с номиналом? Где у меня приборчик тестовый? Куда я его дел? Вот он. Берем. Втыкаем его. Так, где у нас тут вход-то? Вот это они зря. Это с другой стороны, блин. То есть вот так придется смотреть. Ну ладно.
Данные расходятся. Я вижу здесь 1.26, а здесь у нас, однако, 1.34. То есть разница небольшая есть. Кто прав, буду разбираться позже. Но это уже интересно. Ладно, второй вариант. Что будет, если одновременно еще и положить... Сейчас отъеду. И беспроводное задействовать. Второй телефон положить. А что-то я пока не наблюдаю, чтобы вообще хоть что-то произошло. Может, я типа не попал, скажу? Так. Так, замолчи. И не это важно. Мне надо, чтобы ты... Может, ты только так, когда те отключены? Не-а. Что-то не фурычит беспроводная зарядка. А есть ли она? Вот в чем вопрос. О, есть. Модуль туда смещен, получается. А здесь ничего рисовать не будет, да? А, или зарядка уже прекратилась? Прекратилась. Ну-ка, а так? А, рисует молнию, значит нет, заряд идет. Не? Ну-ка. Приложение Ампер мне в помощь. Оно у меня, по-моему, должно быть. Эй. Эй. О, как его колбасит-то на этом деле. Не перестал. Нет, опять колбасит. Так, сначала запускаем Ампер, значит. Потом будем смотреть. Ампер. Yes, agree. Close. Окей. О, пошел заряд. Короче, очень маленькая поверхность, большой смартфон сюда не помещается. То есть как-то будет кисленько тут заряжать. Тут еще надо умудриться попасть на эту фигню. Если я съезжаю в сторону, что будет? Не гаснуть. А в эту? Так, понятно. Значит, все-таки туда смещена антенна. И какого фига она не по центру, блин? Ну, короче, вот. Чувствую, пора разобрать и посмотреть, почему она сдвинута. То есть зарядка, в принципе, есть, но она как-то не там. Ну, я даже не знаю. Давайте попробуем другим смартфоном тогда, если кто-то не верит. Вот. 9500 Pro. Центрую. На глазок по центру. Заряд пошел. И он нифига здесь не рисует. Зараза. Ну я даже не знаю, у него слова кончаются. Но в то же время заряд идет? Идет. Мог бы рисовать? Мог бы. Не озаботились. Редиски. Так что с какой скоростью заряжается в данном случае, а хрен его знает. Заряжается? Заряжается. Значит, специфика расположения модуля, потому что здесь он чуть-чуть сдвинутый. Кстати, чужие торможут, он сам сдвинут здесь. Потому что здесь огромный модуль камеры, и поэтому антенна тут вот так. То есть поэтому чуть-чуть надо сдвигать. В 95.00 он, помнится, мне по центру.
поэтому он свободно лежит и заряжается. Ладно, дальше отчитаюсь уже потом. Милости просим ВКонтакте в группу по броневикам. Там я это все и расскажу. Пока работает, работает. Претензий не имею? Не имею. Сейчас попробуем, не отключится ли один режим, когда включим другой. Нет, не отключается. Даже и больше стал брать. 1.75. Молодец. Вольтаж он тут не указывает, а ампертраж 1.76 даже. О, как полетел быстро. Молодец, хорошо, быстро зарядится. Ладно, все, всем пока, удачи, чао. Насколько точный прибор, я пока не знаю. Буду изучать, потом в группе, само собой, все расскажу. Поэтому, если вы у меня еще не в друзьях ВКонтакте, рекомендую. Не хотите, как хотите. Но если что интересное, это я все выкладываю ВКонтакте. Там быстрее и проще. По крайней мере, фотку в YouTube я еще не знаю, как отдельно выложить. Всем пока, спасибо, до свидания. И надеюсь, что вам понравилось.